Всем привет, ребят! Ну что, у нас опять сегодня трэш, очередной слив аккаунта, хоть это не такой аккаунт, как там и раньше, но это бездонатный аккаунт фактически. Немножко доната есть, и ну, это 12 тысяч, это не донат, даже до первой какой-то имби не дошел, но опять же сюда вложены и ресурсы, и время, и все остальное. Он решил забить. Вот так вот. Ну, мы, как обычно, все сливаем. Поехали посмотрим на аккаунт. Он не находится ни в какой гильдии. Поехали посмотрим, что делается по ресурсам. Давайте начнем с героев. Увеличим немножко количество кэшек на аккаунте. Как обычно. Ну, посмотрим, что есть. Может, какие-то имба-герои есть на слив. О, это русский сервер, очень многие отсюда уходят, забивают. Принципе, это логично. С такими обновлениями, то вполне все логично. Надеемся, что зефирка будет не особо трешовой. Потому что, ну, судя по всему, там герой будет топовым, но пока его еще не продают. Так, Дрейк. Укротитель. Вот такие герои. Ведьмочка. Ну, дальше уже поинтереснее идут. Вы опять в комментах напишите, зачем ты слил? Ну, надо было разыграть. Ну, во-первых, чтобы многие понимали, у многих аккаунты привязаны к основной почте, как у меня, например, поэтому человек вряд ли там, даже если захочет его разыграть, это он не сможет его никак от своей почты отвязать. А личная почта это есть личная почта и по работе, и то, поэтому тут вариант это, знаете, такой 99%, что нет. Во-вторых, ну, вам ничего не мешает потратить время и самому прокачать. Халява, это, конечно, классно, но к хорошим вещам очень быстро привыкаешь. Так, окей. Что у нас по ресурсикам? Вот такое. Ничего особо нового нету. Книжечки, понятно. Слизням говорим до свидания. Сейчас мы доберемся до героя, посмотрим на эмблемки, что там интересного есть. Скины. Камешки разные. Сколки. Ну, многих вещей мы, наверное, не сможем продать. Да, видите, лимиты все-таки. Никуда ты от этого не денешься. Не хотят они их увеличить. Так, окей, отлично. Ребятушки. Продолжим. Трэшечок. Вот мне понравилось. Я сейчас создал десяточку вот, на английском сервере. По сути, с каждой неделей получается все проще и проще качать аккаунт, потому что, ну, увеличивают количество плюхи, причем увеличивают, я не знаю, наверное, неоправданно, потому что такое количество плюх уже продают. Раньше это 5 паков больших стоило, сейчас это стоит, о, ничего себе, даже кому-то десятку начнем. Посмотрим, или хватит у нас там ресурсов. Даже карту открывать не будем. Карта космического храма. Так. Еще плюс 200 кагашек. 32 тысячи.
Кстати, неплохо эти мешки стоят по 32К. Нормальная цена. Так, окей, поехали к самому интересному, посмотрим, что у него есть в алтаре. Сейчас я только гарнизоны поснимаю. Ну, героев у него, в принципе, хватает. 65-88. Последних таких нету, но для нормальной игры относительно, в принципе, герои довольно-таки неплохие. Так, кто там? Тут ничего нету. Робот, он мать, это я не вижу. Поехали. 8. Поснимаем питомцев. Ой, Ронин хорош, посмотрите, какие статки. 9-9. Вообще отлично. Видно, скорее всего, что аккаунт недавно был создан, потому что питомцы не особо прокачанные. То есть аккаунту нету много времени. Ну, в принципе, это видно по силе, что он не особо там по 300, по 400 к. Так, окей. Окей, с этим разобрались, поехали. Снимаем эмблемы, заодно и посмотрим, что тут по эмблемам творится интересного. Ремочка 4. А зачем она бесу? В принципе, разве что на подземке, чтобы быстрее включился. Ну, стрелков тоже хватает. Я вам скажу, у него тут нормально героев. Со вторыми авами. Пятый психощит, блин, который когда-то стоил таких бешеных денег. Сейчас 8, блин, можно просто тупо продавать. Потому что они как хлам падают уже. Так, ну вроде... А, нет, еще на ком-то не почистили. Итак, поехали, смотрим. Ронин. Че, будем все в Роню? Ворожей. Ну, блин, неплохие прокачки, посмотрите. Для игры 8, в принципе, топовые. Такие герои с 5. Обалденные талантики. Ремок дофигища. Хороший реально ак. Давайте все. Будет у него один Роня. Вдруг захочет когда-то битву гильдии пройти. Я надеюсь, мы сейчас его... Ну, в принципе, мы не должны его на максималку прокачать. Блин, классные герои. Так, что все, все так быстро? Я ж думаю, что не может быть. Так, улучшить. Чик. Отлично. Остался один Ронин у нас. А, так, эмблемки. Ну, интересно попродавать. У него максималка это 6. Ну, в принципе, 6 это давали, наверное, с акцией.
Потому что так ковать эмблемы, это, блин, такое ёмарное дело. Неблагодарное. И столько ресурсов надо, что просто капец. А вот в акциях некоторых бездонных можно нормально вытащить. Кстати, если будет акция, которая на Тайване, это реально круто будет. Вытащить оттуда восьмую эмблему. Если повезет. Пятые железки. Нехило так. Ну тут видите, благо здесь синих кристаллов не так уж и много. Так. Ух, с этим разобрались, поехали сюда. Что у нас интересно, сейчас посмотрим, что по кулакам. Пятые, шестые. У нас на восьмые не хватит. У нас явно не хватит кулаков, чтобы прокачать девятку. К сожалению. Поэтому делаем вот так вот. Бай-бай. На синие кристаллики. Кстати, много ресурсов на синие. Это вообще за кгшки продается. Интересно, забьем на 50 лямов или нет. Всего лишь на 9. Тут можно сливать и сливать еще. Апекс кристаллы. Это ужасно. Только я могу такое начудить. Такс, ну это все запашки. В принципе, и запашек тоже нам хватит, чтобы все книги продать уже. Так, золотая мана мы продавать не можем. Смотрим, синее золото. Так, есть. Ну, вроде все. Поехали посмотрим окончательно ресурсы. Ну, такое себе. Ну что, поздравляю. Надеюсь, ты будешь довольным. У тебя сложится так, как ты этого хочешь. И этот слив был не зря. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.